Да, запрещено там детям, кстати, заходить. Это факт. Там с указанием цензуры есть такой пункт. Так что ты, Иванушка, не гони волну, как говорится. Серьезно. Не, конечно, понимаю, если бы действительно находилась коллегия из юношей 13-14 лет. Ну как летом было. Таких много. Те ж супер-мега. Даже не знаю, как дальше продолжить. Олдфагеры. Что прям шарят во всем. Ты, Андрюха, вон своих школьников приглашай на студию. Рекламку развеять. Твою налево, ладно. Ванёк, что-то, короче, тактика у тебя какая-то не такая. Лови ее снизу лучше, Ванёк. Она в любом случае рано или поздно там появится. И внизу более-менее безопасно. Но все-таки она тебя огненными драконами валит. Может, да, завалить спокойно. Плачу. Не, ну ты так попад... Просто как раз когда она их запускает. Зараза какая. От Ваня, как плохо, что на Мегадрайве нету турбокнопок, да? Кстати. Да, ну не. Твоей бы ситуации пригодилось бы. Зараза какая. Так, вот у нее уже вторая форма поперла. На второй ты и сливался, да, получается? На третьей форме уже сливаюсь. Там, где дракона уже у нее. Я, может быть, Ванёк, как-нибудь на тебя постримлю специально для тебя контору. Это хорошо. Попробуем её добить. Что-то я расслабился. Так. Плохо. Ну, очень плохо. Можно. Попробую кастовать. Сибирь? Да. Сайберпупс. Сайберпупс готов уже к стриму. Так что, уважаемые зрители, могут насладиться прохождением игры Они вживую. Прежде чем буду начинать стримить, я проверю, работает ли Они. Она будет работать. Вася, она будет работать. И в этом вся загвоздочка. Они, мы все любим Они. Они. Деликатный бутерброд. Приятного тебе. Помещается он в рот. Пакетик не забудь. Раз настолько деликатный. Кетчуп поверх пакетика. Чудо бутерброд. Я здесь работал. Кетчуп поверх пакетика так полил и съел. Кетчуп поверх пакетика, и ты вместе с пакетиком съел? Да. Однако. Силен бобер. С витамином С. Пакетик. Немножко клетчатки.
Леха, ну, осталось еще прорекламировать спонсора сегодняшнего стрима Едального. Кто там сегодня спонсировал? У нас Байсад или кто? Какой Байсад? Это шарикоподшипниковый завод? Нет, он же ж еду не производит. Леха, он кушает какой-то кетчуп сами. А фирму не называют. Мои томаты. Опять же. Томаты. Сегодняшнего показа. Белорусские томаты. Да, кетчуп белорусские томаты. А что, опять же, за рекламу не заплатили, но мы делаем это бесплатно. Тут ты задрала бабка уже, блин. Ожидаемый результат. У Ивана уже начинает бомбить. Да, потихоньку нет. Игра начинает его доводить. Белого коленя. Но мы надеемся, что Иван так просто не сдастся. У нас есть надежда на то, что он пройдет. А то что, зря мы Ванькин шарикоподшипниковый завод рекламируем. Там все слесаря покори скидывались на стрим. Ну. Блин, что ж так сложно-то, а? Уже все с пива Андреем сидят, смотрят, как Иван проходит. А тем временем Сайбовский устанавливает Daemon Tools. Отдай эмулятор Донди. А? Откуда? А зачем? Надо же, Санёк, эмулятор Донди еще поставить. Без него они не запустится. Она с ромов файлы берет музыкальные. Ты знал об этом? Донди Амэн. Можно я свою девушку в скайп добавлю сюда? А она этот рекламный блок подготовила, кого она рекламировать будет. А еще скайп, мне нравится твой красивый и волшебный лоб. Прямо просто бог. Твой лоб просто офигенный. А вот и брови появились. А вот и целиком фейс. Говорящий лоб. Говорящий. Нет, ну кто, все за, нет, я, мне, вот как скажет большинство. Ладно, хорошо, да. Во, Ваня даже за, всё. Не буду. Не буду пока, лучше. В общем, он за. Мы все за. Донди. Вот серьёзно, Донди. Александр, а ты не боишься, что она после буквально 5 секунд присутствия в данном офисе покинет его с истерикой? Посмотрим еще, с какой истерикой она покинет его. Как самоуверен, Саня. А вдруг Лёша её уведёт? Я могу просто организовать. Или уведёт. Не, Иван это однозначно, Иван уведёт. О, верно, твоего! Иван он такой, да, он возглавит. Включи свой воронежский шарм. Да, потому что не зря, что Иван живёт на улице Лизюкова. Лёха, мы нубы. Ребят, облом, она не хочет. Ну, а я в принципе, ожидаем результат это. Лёха, мы нубы. Ладно, не важно уже. Ой, Лёха, нубы мы. А чё так не хочется? Она стесняется, чего, да? Чего? Мы страшные, Лёха, мы пропустили
translation about Diablo 3. Mm. Today. 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 About Diablo 3 today. Pink streams? Pink streams, yeah. Oh. Full HD. Да, full HD. Full HD, bro. Oh. Developers chat. Developers chat. About a new season. Holy shit. Motherfucker. People, I see. The game is installing fine. Oh, all Korea and America. Чё за санину несёте вообще? Вы о чём, ребят? Вы чё? Вы чё курили? It's in English, Ваня, in English! Yeah! It's just English language! Какой ещё нафиг? Какой ещё нафиг или English? Мы в России, ребята. Как бы. Илёха, зачем тебе уводить мою девушку, если моя девушка находит... Ну, если у тебя жена есть, а? А? Не состыковочка, да, Лёша? А? А? Как тебя Саня она... Сделал, а? Натянул. А? Отвечай, туземец. Туземец. Камера-то отключилась сразу, да, бля? Откуда такая мыслялся? Самоуверенность, а, Лёха? Кабрец. А? Файрфиктор. Так это... Раскрутил-то он всё. Так, 5 жизней уже, ничего себе. Прям заткнул. Да, даже Лёха испугался. И говорящий лоб убежал. Ну вот. Мы потеряли Лёшку. Матрёшку. С вами. Так, у меня опять 6 жизней, короче, ребята. Невероятно, Иван. Невероятно. Да, вообще невероятно. Вообще. Impossible. Impossible. 7 жизней уже, ребята. Чпок. Ну да. Ах ты гусь! На! Твою налево! Я вылом пропустил бессмертие, блин. Ну все. Наберите, вот. Ребят. Кому? Я добавил человечка. Это моя. Кто? Кому? Чего набрать-то? Ничего не понял. Андрюха, ты держишь? Я Яну добавил. Я вообще ничего не держу. Конфу. А на ком? На ком конфаз? Скай! Мне Скай звонил. Скуй? Скай! Скуй? Скуй! Ло, Скуй! Скуй! Пропал! Потеряли Скуя, потеряли.
старуха. Зараза. Ага, как же она бесит меня вообще. Шипокляк. Ты чтоб тебе за ногу. Скуй? Она сейчас сериал смотрит. Ну сейчас, скажи, скуй придет, добавишь. Хорошо, ладно. Давай тащи, Ваня. Ты мужик, ты стараюсь. Можешь. Стараюсь. Я знаю, ты можешь. Ты зверь. Я её зацепил. Так. Какая зараза. Зараза она мне. Опасная девка. Зараза какая, прямо во мне появляется, зараза. Где Скай? Отошел, видимо. Да хуй цеплять. Как же она меня бесит вообще. Да хрома мне появляться. Просто зверь. Да достал же я тебя. Привет, Тома. Это я, жена Тома. Я проверила твою верную систему. Она работает превосходно. Потише. Я... Саня. Саня, уши, Саня. Что я надену? Так а что у тебя музон мы слышим аж? Через... Да сейчас, подожди. Хорошо, ждем, ладно.
Так, готово. Лечь. Сейчас добью босса этого. Постараюсь. Бесит вообще, реально бесит. Достал уже тебя. Блин. Ну что ж так, В общем, беда, печаль. У меня показывает, знаете что? Какое количество кадров в секунду? Сколько? От 1 до 10 кадров в секунду. Ну, мне нужен скайп. А, хорошо. А ты графон-то убрал? Графон в Они убрать? Да, придется убирать, а что делать-то? Графон и так убран, ребят. Графон там вообще не выставляется никак. Нет, там можно. Что-то там сделать. А, там стоп. Там есть, вижу. Так, с масштабирование. Так. Просмотр. О! Ребят, 30 кадров в секунду, ура! Ага. Печаль. 0 жизнь осталось. Так, ладно. Слышь ты, корга старая. Еще жизнь это взорвало, прикольно. Спасибо, старушка. Попытка может быть честь. Слышь ты, умная. Блин, как же мне ее завалить-то, я даже не знаю, блин. Ты, корга. Вот как это называется? Я убил ее! Ты видел, а, Андрюх? Угу. Что так за... я не понял, а что это, чем это было? Почему я умер? Я же убил ее. О-о-о. Что за бред? Блин, вот это, конечно, засада. Ребят, я готов стримить. Да-да-да, сейчас. Отлично. Хорошо, жди. Ты нафига ты во мне появляешься?
Так, Cybermoon есть? О, слушай, Лёх, он там, чё, кому там добавь, я не понял. Чё? Ну, о! Там кому-то дозвонись, я не Лёха. Понял. Лёха! Лёха! Только что проверил, я готов стримить. Ну я понял, я этот сейчас в мобильной версии Good Game сидел, смотрел, короче, с приложения. Я слышал у тебя там Sony с тренировочного уровня. Сейчас я пытаюсь уговорить Яну, чтобы она подняла трубочку. Зачем? Не хочет. Ну набери ее. Что тащить? Бро, набери ее. Ты лучше готовься пони проходить. Все будет не так просто, я покажу. Охуеть. Чё? Ладно. Чё, Иван, не получается? Пока нет. Смотри, что-то у тебя там жёстко. Ну да. Это результативности нету. Пока нет. Нет. Жизни, Ваня. Ну чё, тыщуны, как там? Чё, продвигается, продвигается. Иванушки, что-то не получается. Андрюхус? Угу. И побежали? Или как? Да-да-да. Я тут параллельно это... А ну сейчас тогда, Минечку тоже. Давай. Ваня затаскивает? Да, затаскиваю. Дотаскивай. Чувствую, сейчас уже близко. Затаскивание, оно, я думаю. Молчать! Всё, карга старая. Я ж даже испугался.